вестник. Магия или преступление? Пропажа шахтера в полночь. Слушайте, ребята. Поскольку Аксель Эриксон пропал, так и не продав землю Ландону, не исключено, что его убили. Могу поспорить, что с ним что-то серьезное. Правда ведь? По-моему, его пришили. Да, его, наверное, похитили. А я считаю, убили. Надо что-то делать. Тихо, тихо. Я не спускаю глаз Ландона и уверен, что Аксель завтра появится. В газете об этом ничего не говорится. А ты веришь всему, что читаешь? Я не умею читать.